Тургунбай Садыков, известный скульптор Киргизии. Своим творчеством и общественной деятельностью он внес значительный вклад в формирование и развитие станковой и монументальной скульптуры республики. С годами его талант и мастерство раскрылись ярко, полно и многогранно. Ученик выдающихся советских мастеров Каненкова и Белашовой. Он автор галереи портретов знатных людей республики, сюжетно-тематических композиций и монументальных работ. Совместно с народным художником СССР Кибальниковым, архитекторами Кутырёвым и Исаевым, Садыков участвовал в создании памятника Владимира Ильичу Ленину, установленному в центре киргизской столицы на новой площади Алатау. Событием огромного социального значения стало для Киргизии открытие памятника борцам революции, которое состоялось в 1978 году. Это произведение стало заметным явлением в советском искусстве. За его создание скульптор удостоен золотой медали Академии художеств СССР и золотой медали имени Грекова. Апрель 1980 года. Москва, Кремль. Тургунбаю Садыкову в торжественной обстановке вручают Ленинскую премию. Близость творческих интересов, давняя дружба связывают Садыкова и народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Юрия Львовича Чернова. Его приезд во Фрунзе совпал с проведением первого международного симпозиума по скульптуре. Воятели Кубы, Вьетнама, Польши, Венгрии и нашей страны после завершения своих оригинальных работ в дни симпозиума передали их в дар городу. Они установлены в музее скульптуры под открытым небом. Многие годы Садыкова волнует проблема разумного использования природного камня, особенно гранита и мрамора, как скульптурного и декоративного материала. Богатые запасы этого ценного камня оказались рядом с его отчим домом на юге Киргизии.
Баткен. Каждый раз радостно и взволнованно бьется сердце художника, когда он видит эту благодатную землю, где провел свое детство, почувствовал любовь к прекрасному, потребность к творчеству. К этому его побудила не только удивительная природа края, но и ранее знакомство с народным искусством. Мать была известной на всю округу вышивальщицей. Отец резал по дереву и искусно шил чокои. Закладывается фундамент новой школы. Жизнь и деятельность Садыкова неотделимы от забот и повседневных дел односельчан. Большого художника всегда питает неразрывная связь с народом, его духовной культурой, традициями. Садыков не мыслит своего творчества без этой вдохновляющей силы. Его мастерской – знатная свекловичница Киргизии, дважды герой социалистического труда Зоракан Кайназарова. В образе Кайназаровой представление о человеке труда, как о высшей ценности на земле. С вдохновением художник лепил портрет незаурядной женщины, которой при жизни был поставлен памятник. Памятник стоит на бульваре Дзержинского, неподалеку от его дома. И он любит посидеть около него в окружении семьи, короткие часы отдыха. У него уже растет внук, помощник и, конечно же, будущий ученик. Большую часть своей жизни Садыков проводит в мастерской, где рождаются его герои, выражающие характер народа. Это скульптурная композиция «Чабан». В проникновенном отношении скульптора к ученому Алимову, вице-президенту Республиканской академии наук, тонкость и чуткость души художника, неутомимого искателя языка правды в искусстве. Около 30 лет произведения Садыкова
экспонируется на всех крупных выставках в нашей стране и за рубежом. Его лучшие портретные и тематические композиции находятся в Третьяковской галерее, Музее революции СССР. Ряд работ в музеях Польши и Люксембурга. Саекбай Каралаев, выдающийся сказитель легендарного народного эпоса «Манас», Гомер 20 века. Воплощенным ваятелем в камне, он вошел в монументально-скульптурный ансамбль «Манас», украсивший площадь перед зданием Государственной филармонии. В творческом содружестве с героем социалистического труда, академиком Аникушиным и архитектором Бухаевым, Садыков создал крупный мемориальный комплекс, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В День Победы благодарные фрунзенцы пришли сюда, чтобы зажечь вечный огонь героям, павшим в боях за мирную жизнь, поклониться киргизской матери, не дождавшейся с полей сражений своих сыновей.
Пройдут годы, явятся на свет новые поколения, заявят о себе в искусстве новые художники. Примером беззаветной любви к своему делу послужит им талантливый ваятель Тургунбай Садыков, утверждающий высокие принципы социалистического реализма.